Хорошо, Матея, встали стойко. Матея, стойко. Баток, идешь к Сербу. Денис, идешь к Артуру, пожалуйста, аккуратно, ты остаешься в стойке. Боремся. Боремся в стойке. Еще раз я сказал каждого. Вот смотрите, у вас вот три мата. Раз, два, три. Вот эта половина. У вас эта половина. У вас это. Вы здесь. Прикрой, пожалуйста, дверь. Еще раз, это не борьба. В смысле борьба. Это рандери. То есть поиграй. То есть аккуратно. Быть, во-первых, аккуратно. Может идти любой бросок. Просто не быть расслабленным и не упираться очень жестко. В то же время быть очень внимательным. Это спонсор. Это меня нет, но я наблюдаю. Пока меня не было, у меня же кто-то уже звонят мне. Так. А мне с ним подсудовывают. Да, Борис какой, и пацан подзюдот, джи-джи-джи. Чем будет Борис? Он борется подзюдот. Хаджины. И через 3 минуты начнем борьбу. И короче, подумаем. Возьмите за него диплом. Еще раз, за диплом. И вы не оплачиваете за седьмой. Еще раз, диплом. Диплом. У вас есть диплом? Есть. Вы делаете диплом, можете уйти в стол. Тогда сколько? Я не знаю. Или все хочу. Ну посчитаем, посмотрим, что у меня есть, и руки. Делать дипломы так, первый, второй, третий. Два третьих? Да. И остальные просто? А остальные надо за будущее дети, вот типа такого. Да. Стойку, стойку! Опять же, партеры. Все в стойке. Так, Артема и Бурдужа не засуди. Я договорюсь. Это я уже сам. Я уже там, я уже взял судьи. Я, ребят, приготовлю. Хорошо. А чтобы я знал, что я так не пойду, она так поступила. Что, поздравление? Сережа Спинат, Юрсо. Седьмого или 5 мая бьется в клетку. Бьется с одним мемом хорошим, не подходит. Короче, будет интересно. Спасение всегда приезжает. Он приехал сюда. Готовится с баней. Баня ведется в апреле. Баня с мая на подготовку. Второй молдавар. Хотя он уже плохо. Ну хотя он уже. Деньги платят. Нормально, когда деньги платят, напрягаться. Кто платит? Интересно, почему он больше слона ходит? Тоже не знаю. Ха-ха-ха-ха! Мишаня! Я сказал ребятам, что ты идешь старость, но я уже не понимаю. Ну, примерно на столько они считают. Нет, на сколько человек? Думаю, 100. Потому что у меня только 60, и у меня только 60 минут. Просто я смотрю, у меня плюс 2, там только много грамот, вряд ли. Плюс 3 будет точно для всех там. Эти борются. Раз, два, три, четыре борются. Потом выходят. Если борются, раз, два, три, четыре, четыре пары борются. Для этой боли они просто Женя дали диплом. Олимпиада. Второе место.
И деньги дают. Ой, так много. До свидания. В прошлом году мне дали. Это же Министерство образования. А у них не только спорт, у них наука и все-все. И, ну не знаю, может быть, там все года, чтобы не может. А мы как деньги берем больше? В этот раз мы взяли? Да. Взяли, да? Я не держал. Но она мне же где-то 8. А вы приехали сразу сюда? Нет. В декабре. В декабре. В декабре же она была, там ничего не давали. У нас это в декабре, постоянно в декабре. Ты же ходишь, 34-й год, 5-й нет, год. В декабре идет галарина. Конец декабря. Идет на 31-й год. Все. Вот. А у нас будет гала, без этого гала. Просто шли, просто перекинули нам. Кто-то делает 50, 60, 70, 80, 100 тысяч лет. Да. Вот у меня, блин, один взял. Блин, так же легче не поехал. О, второй примерно, да? 50 тысяч. Это просто не думаю. Блин, нет, я хотел Лауренцию послать, там получить. Он после третьего чемпионата, и там два Европы, один мир, я не знаю, что вообще. Ой, осторожно! Ты же сам поехал бы. Хорошо, вот это. Я не знаю. Жена пришла, она была тоже от сезона, да, там ничего не дали. Никара, может, борцал. Матей! Так, остается сырбу Бутук и Вискун Артур. Артур Вискун туда. Все остальные ушли. Да? Нет, Денис, если можно вот сюда. Артур, пожалуйста. Смотри, Артур, ты встань с той стороны, Денис с этой стороны. Так, два судьи, один там судья, другой здесь. Так, туда пойдет. Туда пойдет. Андрей, ты туда идешь, да? Здесь. Хорошо. Так, Саша. Туда идешь. Сашенька, ты под дзюдо. Да. У нас тоже здесь тоже под дзюдо. Давайте так. Под дзюдо борется только Бутук. Ты можешь ноги брать и бросать, и болевые на ноги, на руки. Сашенька, в партере 8 секунд. Считаешь 8 секунд удержание, неудержание, поднимаешь стойку. Хорошо? Хорошо? Нет, когда удержание, не спеши, посчитай удержание. Вот как если началось удержание, считай, слух, раз, два, три, ушел, стойку. Так, здесь... Разрешите нам пойти? Да, пожалуйста, боритесь. Конечно. Александр там качается. С кем? Да там у меня есть такие пацаны, красавцы просто. Они... Да, хорошо, слышали.